Сегодня мы говорим о координаторах волонтерской группы или вообще о координаторах волонтеров и о таких базовых моментах, как организация труда, их поддержка, супервизия и так далее. Я Юрий Белановский, руководитель добровольческого движения «Даниловцы», и эту встречу мы проводим в рамках семинара от Центра занятости «Моя карьера». Это линейка семинаров, называется «Волонтерские технологии». Она была начата еще до эпидемии коронавируса и, соответственно, проходила в очном формате. Теперь вот уже несколько занятий в онлайн-формате. Мне сразу важно оговориться, что я буду представлять опыт именно сейчас нашего движения. Я буду представлять опыт именно социального волонтерства, и поэтому, наверное, нужно будет делать какие-то, да, в вашей голове, ну что ли, перестройки, да, если у вас опыт лежит в другой области. Но, думаю, все это так или иначе пригодится. Итак, давайте начнем с вводных данных, прежде чем говорить о координаторах. Мы исходим из того, что социальное волонтерство – это эмоционально напряженная сфера. Во всем дальнейшем разговоре, на самом деле, подспудно эта тема, она будет идти, что это эмоционально напряженная сфера, что социальное волонтерство – это то направление работы, где неизбежно в той или иной степени эмоциональное выгорание. Социальное волонтерство – это сфера, в котором самым главным и, по сути, единственным как бы содержанием является общение в той или иной форме, да? Не дело как услуга, а именно вот прежде всего общение между людьми. И координатор здесь, вот как впоследствии вы увидите, он как бы на передовой этого общения. Это очень сложная такая рабочая позиция, где человек общается на самом деле со всеми, так или иначе, участниками вот этого очень непростого, сложного процесса. Поэтому прошу всегда вот об этом помнить. Дальше. По закону волонтеров организует некто, именуемый организатор волонтерской деятельности. В этом смысле волонтеры, как добрососедские отношения и так далее, конечно же, это возможные люди, где бы то ни было, но когда мы говорим о системной волонтерской деятельности, а тем более о неких формальных юридических отношениях между НКО и какой-то организацией, например, больницей и так далее, то здесь всегда выступает некий организатор волонтерской деятельности. И, что очень важно, при этом волонтеры дарят свое время, свой труд или этому организатору волонтерской деятельности, а через него благополучателям, или они напрямую благополучателям дарят свой труд, свое время и так далее. Волонтеры не работники с нулевой оплатой, у них нет формальных обязательств перед вот этим в кавычках работодателем, то есть перед организатором волонтерской деятельности. Вот мне это очень важно подчеркнуть, потому что потом из этого будет следовать очень много чего по отношению к координатору. Волонтер – это как бы человек, вот, ну, как, вот, человек с неким таким устным обещанием, устным договором, но в силу нарушение этого обещания, договора, ничего не произойдет. Вот это очень важно для него, я имею в виду, для волонтера. С точки зрения этической, нравственной, конечно же, вы можете мне возразить, ну как же так, пообещал, не сделал, ну как же так, и вы будете абсолютно правы. С точки зрения формальной, никаких последствий волонтер за невыполненный труд не несет. Какие бы вы там договора ни заключали, и так далее, и так далее. Волонтер – это свободный человек, дарящий свою помощь, свою какую-то, даже если это какая-то услуга, да, в виде оформленного действия конечного, результативного, свое общение, свое время и так далее. У вот этого организатора волонтерской деятельности с точки зрения именно формальной, законодательной, отсутствуют механизмы и рычаги, позволяющие заставить волонтера что-либо сделать. И в этом смысле отношения с волонтером, как только он появляется, они, безусловно, сразу переходят в сферу такую этическую, что ли, да, вот, но не в сферу формальную. И вот, собственно, вывод, итог. За результат волонтерской деятельности отвечает организатор волонтерской деятельности. То есть, если некая некоммерческая организация, фонд «Ромашка», пообещали некой бабушке,
что к ней придет волонтер и починит ей кран, который течет, то если волонтер не придет, ну вот не пришел, бабушка имеет право, если это письменное обещание, на самом деле апеллировать к нему, если это устное обещание, ну, не знаю, так сказать, слово против слова, но, тем не менее, если уж бабушка пойдет с претензией, то к НКО. К конкретному волонтеру обратиться с претензией нельзя. Вот это базовая история, из которой мы раскручиваем всего координатора. И вам очень важно опираться именно вот на эту историю. Итак, идем дальше. Какой у нас главный вопрос? А кто же все-таки конкретно, да, несет ответственность за труд волонтеров в соответствии с поставленной задачей? Вот здесь я предлагаю вам разделять ответственность вообще за труд волонтеров. И это, ну, всем понятно, это организатор волонтерской деятельности. Кстати, да, вы знаете, наверное, важно вам оговориться для вас, для тех, кто не в теме или, может быть, не задумывался над этим. Волонтер с точки зрения нарушения каких-то правил, норм, с точки зрения техники безопасности и так далее, например, в больнице или еще где-то, выступает просто как гражданин. Вот когда мы приходим в больницу, то мы обязаны подчиниться всем санитарно-эпидемиологическим или дисциплинарным требованиям этого учреждения. Если мы не подчиняемся, охранник может нас выкинуть, если не подчиняемся в худшей мере, то могут вызвать, наверное, даже полицию. Вот волонтер в этом смысле просто гражданин в больнице. А вот с точки зрения именно постановки задачи, что, например, он взялся помыть пол или еще что-то такое, да, вот он здесь волонтер. Вот это вот очень такая как бы хитрая тема, но вот здесь очень важно действительно все это различать. Поэтому волонтер, который в больнице нарушил вот эти требования, например, пришел в грязной пачкающей одежде, да, то в данном случае, конечно, учреждение может пожаловаться НКО и сказать, что это там от тебя пришел такой грязный человек. Но на самом деле, как бы здесь все претензии будут абсолютно справедливы к самому волонтеру. Если же он не помыл пол, то все претензии непосредственно к учреждению, к некоммерческой организации. Она уже сама разбирается с волонтером, как сочтет нужно. Так вот, собственно, координатор волонтерской деятельности несет непосредственную ответственность за результат труда волонтеров, если он сотрудник некоммерческой организации. И это первая такая сложность на самом деле, это уже первое такое понимание для нас, что координатор действительно несет ответственность не только на словах, но на самом деле он так или иначе, пусть между строк, но он вписан даже в некие, может быть, договора, обязательства и прочее, и прочее. Он представляет эту организацию. Но он не брошен на амбразуру по отношению к этой ответственности. Координатор – это гарант того, НКО, некоммерческая организация – это гарант того, что координатор свое дело выполнит. Потому что все-таки общая, окончательная ответственность, конечно, на некоммерческой организации. Координатор есть лишь участник этого процесса. И в данном случае очень тоже важно вот это разделять. Кто за что отвечает? Очень часто происходит некое смешение. Координатор как бы оказывается, знаете, на острие перевернутой пирамиды. Как бы все на нем. Вот надо понимать, нет, не все на нем. Координатор – это человек, который отвечает в соответствии с поставленной задачей. Но, ну, скажем так, не за все, и не всегда, и не везде. Вот прошу вас это, соответственно, учитывать. Так вот, какие у нас проблемы возникают, если координатор – волонтер? Закон этого не запрещает. Любая организация может взять старшего опытного волонтера и сказать, слушай, давай ты будешь вот координировать людей. Это нормально. Это очень распространенная практика. Предполагаю даже, что эта практика более распространенная, чем координаторство на координаторство в виде уже человека на зарплате, да? Но прежде всего вы уже поняли из всего, что я сказал, что координатор в этом случае, так же как любой волонтер, не несет никакой формальной ответственности. Он просто человек, который подарил вам, как НКО, некое свое координаторство. Он сказал, ну вот давай я буду старшим, таким, условно говоря, менеджером. Вы говорите, давай. А потом в какой-то момент он сказал, да я что-то передумал быть менеджером, я не буду менеджером быть. Ну, значит, не давай. Вот и все. То есть в этом смысле некоммерческая организация, конечно, несет такие риски. Но что для меня более важно,
именно на практике, как руководитель организации, координатор в этом смысле не имеет полномочий. Понимаете, вот он приходит в больницу для того, чтобы каким-то образом провести переговоры о каких-то важных делах, там, про волонтеров, про помощь детям или еще что-то. И ему сотрудник больницы говорит: ты вообще кто? Он говорит: я? Да я никто, я просто мужик. Или там, я просто женщина. Я вот просто пришел сюда и все. И отношение к нему автоматически точно такое же. Как только в учреждении понимают, что он никак не может полномочно представлять организацию, но если он не сотрудник, он и не может, собственно. Нет, конечно, вы как директор можете ему сказать: ты там представляешь и так далее, но всем понятно, что это фикция. И тут же начинаются проблемы. Проблемы, когда в координаторе видят, ну, просто человека, да, и отношение такое же, и выстраивание работы такое же, и все-все-все-все-все-все-все. Вот. И следующий вопрос: если координатор волонтер, а кто тогда несет ответственность? Значит, тогда над ним должен быть еще какой-то старший человек. То есть все равно НКО вынуждено, так или иначе, найти кого-то, не знаю, там, бухгалтера, уборщицу, директора, там, я не знаю, кого. А нужно кого-то найти и сказать: слушай, вот ты теперь по документам отвечаешь за то, что волонтеры там набедокурят в больнице. И это обязательно нужно сделать. И получается странная картина, что НКО и так вынуждены это сделать, но некоторые некоммерческие организации берут волонтера как бы в виде старшего, боясь его устроить даже там на 1/10 ставку или там по договору оказания услуг за относительно небольшие деньги и так далее, и так далее. Но тем не менее, вот это важно. Даже если вы взяли человека на 1/10 ставки, он получает там 500 рублей в месяц, он уже чувствует себя твердо стоящим в ногах. Он понимает, что у него есть формальные отношения и обязательства перед вашей организацией. Но у организации тоже есть обязательства по отношению к нему. И дело не только в этих деньгах, а в том, что он есть часть этой организации, неотъемлемая часть. И приходя в больницу, этот человек, даже там с 1/10 ставки, да, он говорит: я сотрудник фонда «Ромашка». Вы вообще как со мной разговариваете? Вы должны со мной разговаривать вежливо, потому что я представляю, я полномочный представитель и так далее. И этот сразу ставит тоже все на свои места. Вопрос не в сумме. Вопрос в том, насколько некоммерческая организация готова проявить ответственность по отношению к своему, ну, как хотите, сотруднику, да, там, или пока еще волонтеру, несущему огромную ответственность по факту. Не с точки зрения формальной, да, а по факту он же ее несет. Он же на месте работает, там дети в больнице, волонтеры и прочее, и прочее, и прочее. Вот это тоже надо понимать. Итак, координатор, он кто такой? Да, давайте вот теперь по пунктам все это разберем. Прежде всего, я продвигаю мысль, что в идеале координатор – это сотрудник и полномочный представитель организатора волонтерской деятельности. Перед волонтерами – да, перед подопечными – да, и перед учреждением, ну, если он там ведет работу – да. Или там перед органами власти, если там это координатор-эколог, который где-то там в парке чего-то сажает, милиционер пришел пообщаться. Это полномочный представитель и сотрудник организации. Второе. Координатор, он по факту, да, но если он сотрудник, то и формально он и является организатором волонтерской деятельности в соответствии с поставленной задачей. То есть результат напрямую зависит от его работы с волонтерами или от работы волонтеров с ним, как хотите. Но этот результат, он становится в каком-то смысле персонифицированным. Вот результат, и вот человек. И мы более-менее все понимаем. Это как бы склеивается. Результат не висит в воздухе. Абы кто, абы что и так далее. Да? Координатор по отношению к самим волонтерам, он, конечно, руководитель и лидер, если у него есть такие качества, но чаще всего это так и есть, и понятно будет почему, потому что волонтеры, в общем-то, ничем ему не обязаны, да и он им. Это просто свободные люди. И удержать вокруг себя кого бы то ни было, свободных людей, без каких-то лидерских, да, качеств, они очень разные, лидеры бывают очень разные. Ну, почти невозможно. Поэтому так или иначе, в большинстве случаев, в подавляющем большинстве, координатор, конечно, это не только как бы такой начальник, но и лидер действительно волонтеров. Но, подчеркну, опять же, в соответствии с поставленной задачей. Волонтерство, оно всегда про дела и результат.
Волонтерство – это не тусовки, там, не гулянки и прочее. В волонтерстве есть тусовки и гулянки, но оно не про них. И поэтому координатор – это не тот, кто, вот, знаете, такой папа там, и мама во всей жизни, там, или друг такой, или такой рубаха-парень, или наоборот красавица-девушка, в которой все влюблены. Нет, прежде всего, он этот самый руководитель и лидер для решения поставленной задачи. А все остальное, если оно есть, может быть, это неплохо, хотя спорный вопрос на самом деле. Если этого нет, тоже может быть неплохо, тоже спорный вопрос. Как везде, где-то получится. Вот, потому что результат, дело, да, они должны быть сделаны. Координатор управляет волонтерским процессом именно, чтобы был результат. Я уже об этом сказал. Так вот, когда мы говорим о социальном волонтерстве, о том, как волонтеры помогают другим людям, то мы здесь должны определить две базовые компетенции для координатора. Прежде всего, это, конечно же, организовать силами волонтеров эффективную помощь тем людям, кому мы помогаем. Ну, то есть, собственно, а зачем тогда мы вообще здесь собрались, да? Если помощь не оказана, то мы зря просто здесь топтали землю, потратили время. Но вот именно некую компетенцию, чтобы так этот процесс с волонтерами организовать, чтобы результат был, вот это на самом деле вещь очень такая тонкая. Вот. И в этом смысле это действительно компетенция. То есть на дороге просто так это не валяется. И второе, организовать процесс внутри волонтеров, ну, хотите, внутри волонтерской группы, внутри волонтерской команды, внутри сообщества волонтеров, чтобы этот процесс, он был сдерживающим, чтобы это было сообщество, группа, команда, чтобы они были работоспособны, чтобы они действительно понимали, что и как делается, и так далее, и так далее, и так далее. Это тоже очень серьезная компетенция. Это не только, скажем так, лидерство. Лидерство, конечно, входит сюда. Но в том числе, конечно, это коммуникация, определенный там менеджмент и так далее, и так далее. Поэтому координатор волонтеров – это вот сумма этих двух компетенций. И в этом смысле координатор волонтеров – это тот, кто находится на каком-то очень тонком таком стыке. Знаете, вот я не нарисовал, не пришло в голову, а сейчас пришло. Вот есть такие диаграммы в виде трех пересекающих, ну или больше, пересекающихся окружностей. Вот координатор – это точка стыка трех окружностей. Окружность, соответственно, вот сам подопечный, окружность – волонтеры, и окружность – дело и результат. Вот там, где они сходятся, то есть координатор – это такой хитрый, компетентный человек и в подопечных, он должен в них всерьез разбираться, на самом деле, понятно, да, и в волонтерах, он тоже должен в них разбираться, и в самом деле, которое должно произойти. И вот в эта точечка, это ее и есть его уникальная компетенция, на самом деле. И, честно скажу, это большая редкость. Так вот, я вам сейчас предлагаю картинку, я ее сам в фотошопе сделал, она немножко страшная, но смысл она отображает. Смотрите, координатор – это человек, который живет между двумя мирами. У координатора, ну, давайте скажем, что сверху, да, на него немножко давит. Это такой вот мир некоммерческой организации, который для координатора воплощен в виде неких, ну, такой рабочей задачи, в виде неких ресурсов, в виде ожидаемых результатов. Каким бы на самом деле процесс таким, ну, скажем так, может быть, даже с гуманистических таких позиций процесс работы волонтеров не был бы именно таким добрым, человечным и так далее, в конечном счете все равно, так или иначе, все ожидают какого-то результата, да? Пусть это с кем-то попить чаю. Но вот одинокий человек, бабушка в больнице, к которой никто не приходит, вот пришел волонтер попить с ней чаю, пообщаться, поговорить. Как бы мы это ни воспринимали, но и результат здесь понятен. Кто-то пришел, вместе общаются, и человек чувствует, что он не так одинок, что действительно к нему вот пришел какой-то вот волонтер, пришел искренне сам, не по приказу, интересно поговорить и так далее, и так далее. В принципе, да, это совершенно понятный такой результат. И они, эти результаты, в некотором смысле ожидаются.
это наверху, это то, что, скажем так, давит на координатора. А внизу сами волонтеры, ну, это вот и есть такая цветущая поляна. Понятное дело, что волонтерам почти невозможно как-то, да и, может, вообще невозможно как-то приказать чего-то такое. То есть это внизу не армейский плац, а именно вот цветущая поляна. И каждый цветок, он как-то сам по себе. Вот. И координатор, видите, вот я даже нашел какую-то картинку, где сверху вот туда вода капает, ну, как такой символ ресурса, символ обеспечения. И его задача, чтобы вот что-то такое прорастало. Но вся его проблема в том, что он не может сказать, что конкретно должно произойти. Вернее, он сказать-то может, понимаете? Но если вы будете поливать семечки березы и при этом говорить «вырасти подсолнух», не вырастет подсолнух, вырастет береза. Вот, будете поливать семечко подсолнуха, вырастет именно он, а не тыква, например. Поэтому координатор, он зачастую, может быть, даже не знает, какие семечки вот в этих волонтерах прорастают. Кто-то, может быть, там талантен, имеет талант в таком общении, в каком-то неформальном, кто-то, может быть, больше какая-то организаторская тема, кто-то, может быть, больше, ну, сейчас буду выдумывать, да, там, кто-то художник, у кого-то лучше получается решать конфликты. Заранее-то это же неизвестно. Но вот координатор получает эту поляну. И он оказывается, вот, понимаете, вот на стыке этих двух миров. С одной стороны, он должен обеспечить, что поляна цветет, и на ней есть разные цветы, и в сумме все происходит. А с другой стороны, вот над ним этот мегаполис какой-то в виде заданий, там, поручений, каких-то показателей и прочего, и прочего, и прочего. Это, кстати, еще одна из причин, что координатор действительно должен быть сотрудник, потому что вот все, что на него, да, сверху давит, это все-таки не только как бы задание. По сути, это тоже своего рода ответственность, очень большая на самом деле. И устоять перед этой ответственностью, будучи просто волонтером, очень на самом деле непросто. Так вот, какая практическая задача работы координатора? Ну вот, я это сказал так несколько образно, да, что соткать, как ковер ткется из нитей, соткать вот из этих свободных воль разных человеков. Каждый человек имеет свою свободную волю, свои какие-то таланты, возможности, временные возможности. Соткать из этого вот этот единый ковер, единый процесс таким образом, волшебным каким-то образом, чтобы результат произошел. Вот, к примеру, да, дети, например, в сиротском учреждении, в детском доме для умственно-отсталых детей, дети не могут сами гулять. Ну, в силу особенностей развития и так далее, в силу особенностей развития опорно-двигательного аппарата, вот они, например, не могут гулять. Это очень распространенная история, и они ждут прогулки. Понимаете? И вот у координатора, с одной стороны, совершенно понятная предметная вещь. Ждут прогулки. И, предположим, этих детей 15, да? А с другой стороны, у него вот эта вот непонятная цветущая поляна, где то подсолнухи, то маки, то березы, то еще что-то такое. И ему нужно как-то вот сделать так, чтобы эта поляна все-таки стала настолько работоспособной, чтобы эти прогулки состоялись. И в этом смысле задача координатора, тоже образно говоря, да, это вот собрать это мозаичное полотно. Ну, если хотите, раз уж мы о цветах говорим, собрать этот букет. Именно такой букет, который для данной задачи подходит. Для другой задачи, может быть, букет по-другому будет выглядеть и так далее. Но это и есть на самом деле по его природе, по его смыслу координатора. Он и занимается вот этой поэзией на самом деле, понимаете? И это самое сложное в жизни координатора – собрать эту мозаику. В данном случае, если хотите, в этой мозаике вот эти камни – это как такие живые камни. Это вот в некоторых мультиках даже это обыграно. Почему-то мне в голову приходит аниме, когда главный герой, вот, да, он носит в кармашке какой-нибудь там черный, никому не нужный камешек, а потом оказывается, что это камень, в котором какое-то невероятное количество какой-то доброй силы, энергии, он весь потом в нужный момент может светиться, излучать что-то такое и так далее. Вот на самом деле волонтеры — это вот это. Это некие такие сначала какие-то серые камушки, но в каждом из них что-то вот такое бесконечное прячется, и координатор может это выпустить наружу. И из этого соткать вот какую-то такую мозаику с общим смыслом, с общим результатом и так далее. Вот, собственно, координатор.
А теперь переходим вот к тому, что координатор как сотрудник, да, тоже могут быть у него разные позиции. С учетом вот всей той поэзии, которую я вам предложил, или той образности, или той философии и так далее. Ну, координатор-волонтер я уже больше не рассматриваю до конца нашего разговора. Как я уже сказал, эта тема распространенная, но для меня она самая рискованная, и поэтому, собственно, чего о ней говорить. Координатор – сотрудник с малой оплатой, и координатор – сотрудник с большой оплатой. Вот, собственно, два варианта. Сразу скажу, что в Даниловцах реализован вариант с малой оплатой. Во-первых, у нас нет денег большого количества, а координаторов много, у нас их сейчас около 30. И координатор как свою оплату за ежемесячный труд получает, скажем так, чистыми в конечном счете, ну, где-то от 4 до 6 тысяч, в зависимости от занятости. Занятость координаторов – это от одного рабочего дня в неделю до 3 рабочих дней в неделю. Вот, собственно, за такую занятость координатор получает вот эти вот деньги. Это, безусловно, малая оплата, с учетом того, что вы сразу все вспоминаете. Это социальная сфера с большой напряженностью, это человек, на котором реально лежит много ответственности, и дальше мы тоже это немножко разберем, и так далее, и так далее. Вот, особенно за результат. Благополучатели люди часто непростые, не только по характеру, но и вообще по состоянию здоровья, по особенностям развития, по месту своего проживания и отсюда месту, ну, скажем так, воспитания, что ли, и так далее. Это все очень непростая история. Вспоминайте и цветы, из которых нужно соткать. То есть работа координатора действительно вещь очень сложная. Так вот, есть сотрудник с малой оплатой, есть сотрудник с большой оплатой. Большая оплата, я знаю организации, в которых координаторы получают по 50 тысяч рублей, 60 тысяч рублей и так далее. Так вот, собственно, что нам позволяет делать малая оплата? Малая оплата позволяет совместить интерес координатора к подопечным. Он как бы такой полуволонтер получается. Совместить интерес к подопечным. И это максимально ценно, потому что именно интерес к подопечным – это и есть вот то, что выпускает наружу, вот если вспомним ту аналогию с волшебными камнями, с вот с этим светом, энергией, которая из них излучается, вот это то, что из самого координатора тоже это все наружу выпускает. Это, конечно, интерес, желание кому-то помогать, быть рядом с подопечными, участвовать непосредственно в этой помощи, радоваться, что что-то произойдет, да, вот что дети оказались на прогулке или что там, одинокой бабушке дрова покололи и так далее, быть непосредственно вот в этом процессе. Позволяет координатору устойчиво претендовать на свой непрофессионализм, то есть позволяет ему, в общем-то, быть собой, в параллель работать где-то или учиться, причем у нас есть опыт очень разный, координаторы есть и из банковской сферы, и топ-менеджеры каких-то компаний, координаторы есть просто студенты первого-второго курса, и они вот и с друг другом на равных общаются и прекрасно организуют процесс, но при этом действительно координаторство для них в данном случае это некий бонус их жизни. Это то пространство, где они могут себя реализовать и так далее, не претендуя на сугубый профессионализм. Координаторство с малой оплатой дает возможность координатору претендовать на минимально взятую, но необходимую ответственность, то есть не меньше, чем нужно, да, но, скажем так, и не больше, а зачем это надо, вот скажем так, да. И для многих людей это очень ценно, когда они не обременены чем-то, что не имеет связки вот с этим первым, с интересом к подопечным, что имеет прямую связку, да, обременение на него согласны, что не имеет связки, ну, как-то вот уже, а может, не надо и прочее, да. И координатор это отсюда, он имеет возможность иметь наименьший, но необходимый, достаточный функционал, который позволяет ему это совмещать, да, с другой работой, там, с учебой и прочее. Именно эта ситуация, поскольку она как бы саморегулируемая, она самобалансируемая, человек, как я уже сказал, он как бы такой полуволонтер, хотя, наверное, некорректно так говорить, но тем не менее, он действительно волен как-то сам вот эту штуку регулировать, где-то поглубже, а где-то отступить или еще что-то, и поэтому здесь есть некая автоматическая профилактика эмоционального выгорания, но при одном условии. Если
эта позиция совмещена с тем, что я сказал. Минимально необходимая ответственность, минимально необходимый функционал. Потому что нередко можем встретить случаи такого, ну, скажем, хищнического отношения к тем же координаторам, когда говорят, а, ну, раз он согласился за 5 тысяч, что ему платить больше? Ну, пускай он теперь воду возит, пускай теперь грядки, значит, нам тут прополит, пускай съездит туда, съездит сюда, что, ну, а что терять человека, так сказать, задарма? Нет. Вопрос именно в том, что вот эта вот минимальная оплата, она внутренне, логически и эмоционально имеет очень серьезную связь, прежде всего, еще раз скажу, с минимально необходимой ответственностью функционалом по отношению к результату во благо подопечных. И, ну, на самом деле, здесь, понимаете, даже на практике объяснять никому ничего не надо. То есть вот если человек понимает, что нужно организовать прогулки с детьми, которые сами не могут гулять, и любое лишнее действие, оно становится не действие, любой лишний заказ, просьба становится самоочевидными, да, то есть человек организует эти прогулки, и понятно, что ему нужно сделать, чтобы в результате все гуляли. А вы, например, ну или я, да, говорю, слушай, надо бы тебе съездить на рынок, купить нам для офиса бумаги. Ну, это же лишнее дело, это прямого отношения не имеет. И в этом смысле это, конечно, уже будет не минимально необходимая история. Значит, соответственно, сотрудник с большой оплатой. Мы понимаем, что это полная занятость, и отсюда, конечно же, вы получаете очень большой простор для самого объема, да, результата труда. И это на самом деле очень значимо, безусловно. Это гораздо большая, может быть, компетентность, профессионализм в работе с подопечными, с волонтерами, и это действительно так. Это огромный плюс, конечно же. Но при этом любой человек, любой работодатель, он понимает, что, например, 50 тысяч рублей в месяц даже для Москвы – это не маленькие деньги. И это значит, что ответственность человека внутри организации, она будет соизмерима этой зарплате. Да? Ну, конечно, может быть, там пропорционально, условно говоря, там, зарплате директора, если фонд богатый, директор, может быть, больше получает. Но вот все-таки человек, который получает 50 тысяч и ни за что не отвечает, ну, трудно себе такое представить. Да? Поэтому понятно, что у этого человека будет гораздо большая ответственность, чем вот то, о чем мы говорили. И что мне очень важно подчеркнуть, что эта ответственность будет очень разносторонней. Эта ответственность, она перейдет в такой очень разный функционал на самом деле. И таким образом координатор, скорее всего, при такой оплате труда, не потому что он не хочет, а просто потому что он уже полноценный, всерьез такой оплаченный сотрудник организации, он, скорее всего, связь с подопечными будет иметь меньшую, чем тот, который на малой оплате. Я это не утверждаю, я лишь сужу по некоторым примерам, которые мне известны, потому что в данном случае, еще раз скажу, координатор как бы загружается или широтой охвата, да, ну, предположим, вот, вот координатор в нашем случае с маленькими деньгами работает в одном отделении больницы, но в данном случае, наверное, логично предположить, что координатор будет работать в 5 отделениях больницы, да, по понедельникам в одном, по вторникам в другом, а может быть, в параллель все это организовывать и так далее, и так далее. Вот, и в этом смысле именно из-за широты количества подопечных, конечно, такой связи, где-то уже личной, может быть, глубокой, где-то еще чего-то, конечно, ее не будет. Либо такой человек начинает догружаться как бы какими-то административными вещами, и тогда ему тоже сложнее вот быть ближе туда. И в этом смысле реализация его какого-то личного смысла и так далее, она как бы становится затуманенной. Но при этом, и это, как сказать, понимаете, такие вот весы у каждого человека, при этом человек становится полноценным уже во всем смысле, да, сотрудником организации с серьезной зарплатой, и он может очень ответственно и очень качественно воспринять это как, да, вот это моя работа. Я вот тут работаю, это серьезные деньги, и за эти деньги я делаю вот это, вот это, вот это, вот это. Это абсолютно нормальная история, но вот разницу мне важно, чтобы вы все-таки как-то поняли. Идем дальше, да? Координатор, соответственно, вот с этой малой оплатой. На какие, скажем так, вот особенности его, да, мы можем обратить внимание. Но, как я уже и сказал, да, он отрабатывает только ту главную компетенцию на своем рабочем месте. И на большее нам претендовать сложно, да? Ну, понимаете, 4 тысячи рублей в месяц,
я не знаю, наверное, даже для регионов, ну, это, конечно, деньги, но спорить я не буду, но навряд ли даже в регионах колбаса и мясо стоят сильно дешевле, чем в Москве. А где-то как-то не парадоксально, даже в регионах, где выращивается все, они стоят дороже, чем в Москве. И поэтому при всем, так сказать, при всей оценке, да, этих денег, ну, будем понимать, что это деньги не такие большие. И требовать от человека большего, чтобы он, чем он реализовал бы именно свою вот это вот истинное, что ли, даже призвание какое-то, ну, наверное, это, я считаю, неэффективно. Так вот, собственно, координатор в данном случае реализует локальный, измеримый и посильный проект. Вот это тоже очень важно, что, понимаете, пойди туда, сделай то, незнамо что, а чтобы я был доволен, вот, наверное, с 50 тысячами это пройдет. Человек смирится, там, потерпит и так далее. Здесь нужна максимальная предметность. И эта предметность дает координатору возможность понять, что это вот его 6 соток. Понимаете, вот вы выходите на поле, огромное поле. Чье оно? Да ничье. Что здесь? Да ничего. А вот это что? А это вот 6 соток. Это вот мой огородик, мой садик, вот это вот мои клумбочки. И тогда вот координатор, да, у него маленькая зарплата, но вы ему говорите, ну а ты вот, вот с нас достаточно, вот тут там чуть-чуть картошечки, чуть морковочки, две клумбочки, и чтоб так вот трава была покошена. Вот для нас-то все понятно. И человеку тоже становится понятно, и в этом смысле он уже скорее даже не будет деньгами это мерить, а скорее будет мерить тем именно, что ему нравится. Ему нравится вот эта клумбочка, ему нравится вот это, ему нравится вот это, и хорошо, а за это еще 3000 дают, да вообще классно. Вот. Таким образом, вот эта вот локальность, измеримость, посильность, это в данном случае очень важно. Координатор не нуждается вот этой многосторонней компетентности, я думаю, вы уже это поняли, как правило, имеет саморегулирующую систему занятости, тоже мы уже об этом сказали, ну, понятно, да, там, за 4000, ну, я же не могу сказать, человек, давай-ка ты вот сиди там по таким-то часам, ну, это абсурдно, вот, скорее мы выстроим график, который координатору приемлем, который для него как-то ближе и так далее, да, что очень важно, при малой оплате координатор становится достаточно взаимозаменяем. И вот здесь мне пришла в голову такая аналогия. Раньше она почему-то мне не пришла. Именно при подготовке к этой встрече я вдруг подумал, что мы имеем две модели работы координаторов. Вот координатор при малой оплате – это, знаете, некая такая аналогия, аналогия того, что когда-то придумал вот этот Макдональд или господин Форд, когда функционал достаточно минимизирован и разбит между сотрудниками, чтобы каждый из них очень ясно понимал свою ответственность, но в то же время он не был настолько широким, чтобы от него все зависело. И поэтому в случае ухода сотрудника или еще что-то, замена сотрудника не несла такой критичной как бы истории для всего производства. Но в этом смысле появилась, наверное, вот эта вот тема с относительно небольшой оплатой. Человек, который идет работать в Макдональдс, да, он получает не так много денег, в основном по тем причинам, которые я сказал. Здесь мне важно, чтобы вы поняли, я сейчас не пытаюсь сравнить результат между, например, Макдональдсом, да, и каким-нибудь суперрестораном. Я не пытаюсь сказать, что в этой системе результат там плохой или хороший. Я пытаюсь сказать, что эта система вот с такими координаторами, которые с одной стороны удовлетворяют законодательство, несут ответственность и все делают и так далее, что эта система выполняет ту задачу, под которую она строится. И этого бывает достаточно, да? Но другие системы, где вот координатор – это человек, на котором очень много, у него большая зарплата, там, огромный проект и так далее, мы сразу понимаем и вот эти вот риски другой стороны. Да, он супергений, да, он все тянет, но если он уйдет, проекта нет, да, или проект очень сильно просядет и так далее. Поэтому вот при малой оплате относительная взаимозаменяемость, да, координаторов – это вещь действительно важная. Вот мне тут чего-то такое пишет. Вот пишут, да, что он может быть воспринят как винтик. Понимаете, если мы говорим
уже в такой жесткой аналогии, например, с заводом Форда, то может быть воспринят как винтик. Но поскольку мы говорим о волонтерской истории, то как только я, как руководитель, восприму его как винтик, то система рухнет. Потому что человек, вот я же перед этим говорил, да, что во многом это его самореализация. Если винтик, это значит, я скажу, так, ты теперь не на этой конвейерной линии стоишь, а на другой, да? И я скажу, человек, ты не здесь, а здесь. Ну, понимаете, потерять 4000, наверное, это значимо, но человек не перейдет в другое место. Он скажет, хорошо, я лучше уйду и буду заниматься чем-то другим. Поэтому в данном случае такая опасность есть, если руководитель не учитывает все вышесказанное мной. Но вот взаимозаменяемость – это вещь для координаторов, в смысле, это вещь для нас, как руководителей, по отношению к координаторам, это вещь действительно важная с точки зрения очень простой такой вещи. Эта вещь называется длительные ответственные отношения с благополучателем. Ведь, как я уже сказал, благополучатель-то, он-то мыслит не заказчиком, а исполнителем своей помощи НКО. И в этом смысле для благополучателя важно, чтобы отношения с НКО, потому что она является основной ресурс, да, там где-то лекарство купят, где-то волонтер придет или еще что-то, оно является именно таким помощником для него. И НКО тоже несет ответственность за благополучателей. Эта ответственность пролонгирована во времени. Поэтому в данном случае, когда мы говорим о взаимозаменяемости координаторов с малой зарплатой, скажем так, о меньших рисках этой взаимозаменяемости, конечно, прежде всего мы имеем в виду, что координатор по личным каким-то причинам эту деятельность прекращает, да, или на работе большая загрузка, или человек уже несколько лет работает и устал, или человек там, ну, не знаю, семью создал, нет времени и так далее. По нашему опыту, срок жизни, если так позволено сказать, рабочей жизни, да, срок такой рабочей жизни координатора и волонтера сильно отличается. У координатора раза в три, в четыре больше. Координаторы с нами могут быть и 2 года, и 3 года, и 5 лет. Волонтеры в среднем, как правило, ну, наверное, где-то 1,5 года. Но еще раз говорю, вы учтите, мы говорим о нашей модели, где волонтер работает постоянно, да, скажем так, где-то раз в неделю. Как минимум они куда-то приходят. То есть это не волонтеры, которые где-то сидят 1,5 года, а это люди, которые постоянно включены в работу и так далее. И, ну, вот где-то, наверное, среднее, мне кажется, где-то 1,5 года. Волонтер работает, а вот координатор может, да, 2, 3, 4 года и так далее. Поэтому в этом смысле мы здесь говорим о заменяемости именно вот с точки зрения, да, некой такой пролонгированной ответственности перед нашими подопечными. Но еще раз скажу, малая оплата в данном случае и все сказанное выше, да, не только малая оплата, она вполне способствует, что это возможно. Так вот, координатор в данном случае нуждается в этих смежных специалистах. И здесь тоже аналогия вот с этими производствами. Что вот человек, да, который работает в Макдональдсе или где-то там на производстве у Форда, это человек, который знает действительно свой функционал, но его эффективность зависит от того, насколько рядом есть другие специалисты. Вот в данном случае координатор с малой оплатой, поскольку он не готов претендовать на другие области своей работы, он готов претендовать на узкую область своей работы, связанную непосредственно с благополучателем, он нуждается в том, что рядом с ним есть другие специалисты. Ну, например, специалист HR, который позволяет ему получать, координатору, получать новых волонтеров. Да? HR их привлекает, готовит, отбирает и предлагает этим волонтерам вступить в команду конкретного координатора. И тогда, если волонтер согласен, он вступает в эту команду. HR, координатор не думает вообще на эту тему. Да? Он лишь может этому HR говорить, слушай, вот у меня как-то вот что-то здесь просело или работа прибавилась, помоги, пожалуйста, вот попытайся вот как-то вот, может быть, привлечь побольше людей, как-то поработать с ними, объяснить им что-то и так далее. Вот это он может сделать, но он сам не HR, да? Или, например, тема, связанная вот с усталостью, выгоранием волонтеров, координатор на своем уровне, безусловно, это все делает с точки зрения профилактики и так далее, но уровень его работы во многом, скажем так, уровень любого из нас, да? А вот специалист непосредственный,
психолог, например, который может в каких-то трудных случаях помочь или помочь координатору разобраться в какой-то сложной ситуации и так далее, он стоит рядом, да, то есть координатору не нужно иметь эту компетенцию. И таким образом нам проще найти таких координаторов, которые, да, малые деньги, да, сфокусированность на благополучателях и волонтерах, да, такая своего рода самореализация, но, тем не менее, рядом стоят специалисты, которые помогают ему и обеспечивают его труд, да. То же самое можно, да, сказать по специалистам по обучению, та же супервизия, о котором будем говорить дальше, и так далее. И в данном случае координатор нуждается в ресурсах и сам не готов их добывать. Также очень частая картина, которую мы видим, когда в неком благотворительном фонде человек говорит: а я бы вот хотел волонтеров возглавить, давайте будем кому-то помогать. Ему говорят: отлично! Итак, ты сам найдешь спонсоров, сам найдешь деньги, сам будешь помогать и так далее, и так далее, и так далее. И получается, в ответ координатор может задать простой вопрос: а нафига вы мне вообще нужны? Если я сам могу и деньги найти, и переговоры провести, и команду найти, и все могу сделать. Вот. Но тем не менее, как бы это ни звучало парадоксально, таких ситуаций очень много, когда координатор не только реализует свое дело, но и тянет еще кучу всего-всего-всего-всего-всего. В данном случае, когда мы говорим о малой оплате, ресурсы предоставляются со стороны НКО. Да? Координатор непосредственно реализует вот этот вот свой такой мини-проект, ну или, может быть, не мини, но все-таки конкретный локальный проект в соответствии с теми ресурсами, которые ему предназначены. Если координатор с большой оплатой, то, как я уже вам и говорил, или он отрабатывает всю цепочку с волонтерами и вообще всю цепочку, начиная от рекламы, да, ну, потому что если кто-то платит человеку 50 тысяч, то скажет: ну, давай-ка, дружок, вот ну-ка, давай, иди на сайт, пиши объявления, иди в соцсети, ищи людей, напиши письма в местные колледжи, что ты, так сказать, зря деньги проедаешь и так далее. И во многом, кстати, я думаю, это будет справедливо. Но, тем не менее, получается на человеке вся цепочка. Он и HR, он и обучатель, он и создатель команды, он и реализатор дела, он и контролер, он же и лечит, в кавычках слово лечит, от эмоционального выгорания, и он же еще что-нибудь там такое с персоналом, с директором и прочее, и прочее. То есть линейка дел, она достаточно большая. Проблема здесь в их разности. И человек должен быть недюжинных талантов, на самом деле, чтобы все это потянуть. Опыт показывает, что тот, кому несложно, да, быть HR-ом, собеседовать с людьми, вот особенно, скажем так, с людьми на такой нулевой стадии, да, когда люди еще, может быть, что-то не знают, не готовы, много вопросов, а может быть, даже какие-то риски, что придет неадекват и так далее. Но это не те люди, кто готовы работать в больнице с детьми вместе с волонтерами. Вот чаще всего это разные. То же самое и с какими-то другими, да, профессиональными вопросами. Например, вести переговоры с директорами и так далее, и так далее. Поэтому, если координатор действительно получает 50 тысяч рублей, ну или больше, я просто взял эту условную сумму, да, вполне возможно всю эту цепочку ему предложить, и под эти деньги, благодаря кастингу какому-то, вы найдете серьезного претендента, да, и он будет работать. Но еще раз скажу, что такое бывает редко, потому что это вы должны найти такого уникума. Или вот вторая тема, да, координатор окормляет много разных проектов волонтеров, тоже мы уже об этом говорили, и здесь уже на координаторе сказывается другая сторона. Там он должен быть такой разносторонний, а здесь он должен быть, знаете, как такой бездонный, что ли, мешок, способный поглотить море людей, в таком хорошем смысле поглотить. В том плане, что у него, как бы, в его сердце должны вместиться и там 500 волонтеров, и 500 подопечных, и, как мы уже говорили, подопечные очень часто находятся в очень непростой жизненной ситуации, да, волонтеры тоже, так сказать, не самые простые люди в жизни, и получается, что он какой-то должен быть уж очень такой всеобъемлющий, он должен быть очень такой способный со всем этим коммуницировать и так далее, и так далее. Это тоже требует очень такого серьезного таланта, или, если таланта нет,
это прямая дорога к очень быстрому эмоциональному выгоранию, причем в каком-то смысле дотла. То есть человек этот может просто очень быстро возненавидеть, перейти к такого очень жесткого циника и по отношению к подопечным, по отношению к волонтерам. Вот, он может научиться хорошо маневрировать в этой истории, в чем-то, может быть, манипулировать, но того, кто по-настоящему как-то вот светит по-доброму, приносит вот эту вот пользу, он уже может этого лишиться. И поэтому здесь тоже речь идет о том, что если на человека возлагается такой объем работ, то речь, конечно, идет о серьезном кастинге, о поиске человека с таким серьезным талантом, может быть, с хорошим опытом и образованием в области управления людьми, взаимодействия с людьми и так далее, и так далее. Вполне возможно, что это реально, да? Но вот эти риски, они здесь, собственно, есть. Хотя понимаю, да, что для руководителя, наверное, это самая простая история. Нанять одного, дать ему хорошие деньги и, грубо говоря, забыть. Вот. И человек тогда действительно уже всерьез все сделает. Уверен, что таких, конечно, специалистов много. Вот, собственно, мне было важно, да, для вас вот эту разницу между тремя возможностями координаторов показать. Координатор-волонтер, координатор с малой оплатой, координатор с большой оплатой. А в итоге, если мы говорим про затраченные деньги со стороны организации, я думаю, что они так или иначе соизмеримы, если количество, скажем так, волонтерских групп, оно не переходит, ну, как, скажем так, ну, как, каких-то размеров больших, что ли. Сейчас я поясню, что имею в виду. То есть мы имеем модель, где есть один человек с большой зарплатой, и он все делает. Или мы имеем модель, где есть несколько человек с меньшими зарплатами. Это, например, там три координатора с маленькими зарплатами, один HR и один учитель волонтеров. Человек, который их готовит, или, может быть, давайте лучше психолог возьмем, который помогает разбираться в трудных ситуациях. То есть там у нас мы имеем 5 человек условно, здесь один, да, и суммарная зарплата, они, наверное, могут быть как-то соизмеримы, если загрузка людей невелика. Может быть, даже, если мы говорим про 5, то, соответственно, и зарплата, может быть, их даже в каком-то смысле выше, да, но при этой большести, что ли, зарплаты мы получаем действительно устойчивую конструкцию, где, как я уже и говорил, у каждого своя непосредственно зона ответственности. Если вдруг какой-то человек заболевает, уходит в отпуск или увольняется и так далее, то заменяемость, она здесь гораздо более приемлема. И система с неким количеством вот этих вот помогающих, скажем, профессий, она очень серьезно расположена к росту, да, то есть те же самые один HR и один психолог вполне могут, ну, если позволено будет сказать слово, обслуживать, да, может быть, 20 волонтерских команд, да, когда волонтерских команд 3, то это как бы вроде как по деньгам не очень, а когда их 20, то мы понимаем, что да, здесь даже есть материальная определенная выгода, потому что если 20, здесь у нас уже должно быть там 4 таких координатора, то что один не может распухнуть до бесконечности, вот, и в этом смысле эта система, да, при определенном росте становится, система с дорогими координаторами становится дороже. Вот. Это тоже, конечно, нужно понимать. Но опять же, как бы, ну, выбор, что ли, да, вот за каждой организацией он, конечно же, свой. Итак, зоны ответственности координатора. Смотрите, все достаточно просто. Вы, наверное, сами все это тоже понимаете и все это видите. Прежде всего, координатор отвечает перед подопечными. Это совершенно очевидно. В рамках своего проекта, да, как мы уже и говорили. То есть, когда какой-то подопечный не получает какую-то помощь, то в правильно организованной системе он звонит с вопросами не некому волонтеру, который по какой-то причине не пришел или не доехал, или заболел, а он, конечно, звонит старшему лицу, конечно, он звонит координатору. И в этом смысле это совершенно нормально, это правильно, это естественно. Координатор, конечно, отвечает за вот эту вот оказанную помощь, за ее качество, за ее своевременность. И если
НКО пообещало какую-то помощь, например, помыть окна одинокой бабушки к 9 мая, да, а волонтеры, ну, скажем так, сфилонили или не пришли, то тогда, собственно, на координаторе лежит, да, эта ответственность вот прийти, помыть или как-то переорганизовать всех или еще что-то сделать, да. То есть помощь должна быть оказана, и за это отвечает координатор, это хорошо. Он отвечает перед НКО за результат, достигнутый силами волонтеров. С одной стороны, вроде как это примерно одно и то же, что и с подопечными, но в данном случае, по сути, перед НКО он отвечает за то, что он реализовал ожидаемую от него компетенцию, что он пришел под то, чтобы вот так помогать, и он это реализовал, а НКО является этим гарантом этой помощи. Координатор перед волонтерами отвечает за организацию их труда, за хорошую атмосферу и за достигнутый результат. Здесь важно пояснить. Волонтер – это человек, который в подавляющем своем большинстве человек, который живет одной какой-то совершенно понятной для него какой-то мечтой или делом. Например, вот человек готов и даже хочет этого вот организовывать прогулки для вот таких вот детей с инвалидностью, которые сами не погуляют. Но при этом волонтер не готов брать на себя, например, всю работу, связанную с персоналом, с директором и так далее. Что это за работа? Ну, например, подготовка списков, чтобы охрана пустила. Второе – это подготовка каких-то, ну, например, средств вот в данный момент, да, средств индивидуальной защиты. Да? То есть у волонтера теоретически они могут быть, но при этом ему нужно напомнить, чтобы он не забыл их взять, чтобы он вот не забыл одеть, чтобы он и так далее, и так далее. Да? Дальше это взаимоотношения с персоналом, и руководством учреждения. Очень часто руководство тоже хочет контролировать процесс, оно хочет вести зачастую какие-то разговоры, чтобы снять даже какую-то свою тревожность, а как было, а как чего, хотя и так понятно, может быть, уже 5 лет кто-то ходит, и все хорошо, но тем не менее, вот. И это тоже время, это тоже силы, и волонтер на все это, конечно, не готов. Поэтому правильно организованный труд волонтеров – это такой труд, когда человек, он, грубо говоря, когда волонтер, он, грубо говоря, НКО вокруг себя как бы не замечает. То есть для волонтера при правильно организованном труде у него такое впечатление складывается, что вот само собой оно все как-то произошло. То есть был я, вдруг я пришел в детский дом, вот ребенок, коляска, все собрано, я пошел вот гулять в местный парк, где дозволено, где обговорено, мне дали какую-то инструкцию, как там управлять коляской и прочее, я погулял, мы прекрасно пообщались вот с этим человеком или с этим ребенком, мы с ним там, не знаю, или, может быть, во что-то поиграли, или поговорили, или еще что-то, и потом я его привез, и коляска куда-то исчезла. Как классно. Вот. Вот когда волонтер так воспринимает, это значит, координатор все сделал правильно. Это значит, координатор действительно так все это дело организовал, да, что убрал все лишние какие-то помехи, препятствия, вопросы и обеспечил результативность. Собственно, смысл-то в чем? В результативности. Координатор обеспечил не всякую побочную фигню. А, ты волонтер, ну-ка давай иди сам пиши списки, там, сам иди к директору, пей с ним чай, мне директор надоел. Нет. Координатор обеспечил результативность. И проживающий там, если это взрослый человек или ребенок в этой коляске, они довольны и счастливы, потому что к ним пришел друг, и все произошло, и они погуляли, и пообщались, и это время прекрасно прошло. И волонтер счастлив, потому что для него это не обременительно. Вот, собственно, это и то, что нужно. Очень важно, что координатор, конечно, отвечает за сам вот этот результат. Это не сегодняшняя тема, мы об этом говорили много раз в других встречах, но главным мотиватором для волонтера является не то, что его как бы подталкивает сзади на что-то, там, ну, не знаю, там, убеждения какие-то, там, чьи-то, да, или там уговоры, там, или еще что-то, чувство жалости, или еще что-то, а то, что человека привлекает. И привлекает человека сильнее всего вот эта настоящая результативность. Когда волонтер расстается вот с ребенком, с которым он гулял, и ребенок говорит ему, а ведь ты придешь в следующую среду?
Но это же значит, что малышу понравилось. Это значит, что он ждет. Это значит, что то, ради чего пришел волонтер, это сбылось. И, собственно, вот это и есть самый сильный мотиватор для волонтера – продолжить эту историю. Опять снова прийти и подарить эту радость вот этому ребенку и себе самому, как волонтеру, конечно же, тоже. Вот координатор за этот результат отвечает. У него, конечно же, обязанности мониторить эту историю и спрашивать, как чего, и если он чувствует, что что-то не произошло, попытаться понять, это случайность, может быть, просто у ребенка было плохое самочувствие или что-то, или это не случайность, может быть, волонтер что-то там недопонял, недосмотрел, как-то, может быть, еще что-то, и подправить эту историю. Вот за это, да, отвечает координатор, конечно же, чтобы этот результат был не за сам, да, вот поймите, не за сам этот процесс прогулки, это абсолютно дело волонтера, а именно вот за то, чтобы вот это свершилось. Вот за это, конечно, отвечает координатор. И, конечно, за атмосферу внутри волонтерского сообщества, потому что иначе оно распадется, иначе оно не будет работоспособным, иначе оно не сможет вот этих результатов достигать. И, конечно же, координатор отвечает перед самим учреждением. Перед учреждением в данном случае он не отвечает за результат в подавляющем большинстве случаев. Вот это очень важно вам понимать. Дело вот в чем. Учреждение по закону имеет свое госзадание. И учреждение в соответствии с госзаданием организует определенные процедуры, услуги и прочее, прочее для своих там проживающих, да? И учреждение не может требовать даже от сторонних НКО каких-то дополнительных результатов. Учреждение может лишь предложить это и сказать: вы знаете, вот мы обеспокоены, вот у нас вот по штату там, ну, я сейчас выдумаю абсолютно, да, там, по штату там 5 санитаров, а вот вы знаете, проживающих как-то много, и поэтому мы не можем вот организовать всем прогулки часто, но мы бы хотели, мы очень обеспокоены, может быть, вы поможете и так далее. И некоммерческая организация, которая берется за это дело, да, все процессы там и формализованы, и обговорены, но тем не менее вот этот результат – это собственность некоммерческой организации. И она не может, вот учреждение не может как бы этого результата требовать и прочее, потому что оно само там, да, денег не вложило и прочее, прочее. Поэтому в данном случае перед учреждением координатор отвечает не за само совершение прогулки какой-то, а за то, что прогулка произведена и никто не пострадал, что соблюдены все необходимые нормы, волонтер проинструктирован, как управлять коляской, волонтер вовремя, да, взял этого человека на коляске, вовремя этого человека привез обратно, волонтер следил за тем, что на улице холодно, и чтобы человек на коляске, там ноги у него были укрыты и прочее, и прочее. Вот это да, это безусловно мы за это отвечаем. И за качественное отношение с персоналом, да, что персонал воспринимает волонтеров не как какой-то пришедший какую-то бурю, хаос, там, не пойми что, что все разнесло, все испортило, или наоборот, там, не испортило, наоборот, ничего не сделало, вот, а персонал воспринимает волонтеров именно в их таком нормальном рабочем состоянии. Вот сейчас придут волонтеры, они возьмут коляски, будет прогулка, и коляски будут возвращены, и люди таким образом погуляют, да? И для персонала это именно качественные отношения. Они знают время начала, они знают, что они должны сделать, знают, как потом принять этих проживающих и так далее. Вот, собственно, за это отвечает координатор. Это зоны его ответственности. Если же человек получает большие деньги, да, то в данном случае тоже мы уже это обговаривали, но я здесь зафиксировал, координатор может отвечать и вот за указанные там дополнительные опции, да, привлечения волонтеров, уже не за взаимоотношения с персоналом, а целиком за партнерство с учреждением, да, что это уже прям вот курирование всей вещи, да, что и мониторинг каких-то программ, может быть, в учреждениях, и подстраивание свои под другие, и какие-то вот более тесные, там, не знаю, отношения, привлечение профессионалов или еще что-то, если деньги большие, конечно, это на самом деле важно и полезно, и значимо, но вот партнерство – это все-таки не зона ответственности координатора при относительно малой зарплате. Конечно же, здесь уже координатор может отвечать за профессиональную поддержку волонтеров, в том числе психологическую, да, за обеспечение ресурсами. Вот. И красным внизу я выделил, вы, наверное, видите,
координатор на деле, на самом деле отвечает за то, что ему не подконтрольно. Вот в этом парадокс этой координаторской позиции. Вспоминайте вот те песочные часики, потому что, смотрите, волонтеры, мы уже говорили, свободные люди, они могут в любой момент сказать «до свидания». Персонал, он подчиняется своему директору. И координатор для них, кстати, так по факту очень часто бывает, сколько бы лет ни ходили волонтеры, координатор для них гость. Да, он уже привычный, да, они его уважают, потому что он хорошо с подопечными и так далее, но он все гость, всегда гость. И в этом смысле ни о каком, конечно, контроле там, персонала, даже если это в интересах там, волонтеров, конечно, речи быть не может. И, конечно же, подопечные. Подопечные уж тут вообще, да, понимаете, вот, а я не хочу сегодня на прогулку, я не пойду сегодня на прогулку. Или, а я не хочу сегодня рисовать слона. А вот ты пришел ко мне помыть окна, а я очень прошу, чтобы вопреки всему, а ты все-таки остался на час дольше, и мы с тобой пили чай, и я тебе рассказал там что-нибудь про дела моей былой юности и прочее. То есть подопечные, они тоже сами по себе. И вот мы получаем три таких сами по себе, и волонтеры, и подопечные, и персонал, а координатор из этого должен соткать вот ту штуку, о которой мы с вами говорили. Поэтому вот такие вот у него зоны ответственности. А зоны ответственности волонтера я здесь специально обозначил, я думаю, что она более-менее понятна, конечно же, да, уже из всего, что я сказал, но я захотел формализовать. А волонтер отвечает за конкретное порученное ему дело, и за взятую на себя такую вот локальную ответственность. Если волонтер будет воспринят иначе, вы можете воспринять его как хотите, но, уверяю вас, вы получите кучу проблем. Например, да, там вот волонтер, который может тянуть, ну, по его словам, да, какие-то там суперпроекты и прочее, много подчиненных и так далее, и так далее. Бывают такие волонтеры, но я бы советовал на таких людей уже обращать внимание после очень долгой проверки, после долгого партнерства, сотрудничества и так далее, и так далее. Все же, если мы воспринимаем волонтера как человека, который отвечает, ну вот на том примере, о котором я говорил, да, за конкретную прогулку с конкретным ребенком на коляске. Вот за эту прогулку, за этот день, за это время, за этот маршрут он отвечает. И прежде всего он отвечает, конечно же, за общение с этим ребенком, поскольку смысл-то главный не только предоставить воздух этому ребенку, да, но и действительно включить его в какие-то значимые, в том числе для ребенка, отношения, чтобы жизнь этого ребенка, качество его жизни, оно было, ну, скажем так, лучше, выше, да, чем вот просто сидеть взаперти. Вот за это отвечает действительно волонтер. Да, неформально, вот как тоже вспоминаем, что формально ответственность все равно несет координатор, но по-человечески, с точки зрения вот таких этических норм, с точки зрения выстроенных рабочих отношений, волонтер, да, за это отвечает. А вот за все прогулки, за долгосрочность и так далее, конечно, это координатор. Вот. И вот теперь, после всего сказанного мной, я вам хотел показать схему. Итак, смотрите, это пример того, как устроена работа координаторов, ну не только координаторов, в добровольческом движении «Даниловцев». Я ни в коем случае не настаиваю, что эта схема должна быть реализована у вас. Я лишь хочу на ее примере показать вам, как все вышесказанное встроено в реальную практику, как это все действительно работает. Вот буквой «К», вот где у меня мышка, да, буквой «К» обозначены, собственно, сами координаторы. Рядом с координаторами маленькие кружочки – это, вот, скажем так, волонтеры. И под каждым координатором и волонтером есть некое вот это учреждение, где конкретная волонтерская группа реализует какую-то свою программу, проект и так далее, и так далее. И вот, собственно, даниловцы имеют вот сейчас порядка 30 таких координаторов, и вот, собственно, внизу там порядка 30 учреждений координатора с волонтерами. В этом смысле, как я уже сказал, координаторы, они у нас с малой оплатой. И поэтому ответственность координатора максимально локализована в конкретном учреждении. Более того, она локализована, эта ответственность, в конкретные дни и в конкретное время. То есть, сейчас выдумаю, да, например, каждый понедельник и среду с 17 до 19 часов. Или
каждое воскресенье с 15 до 18 часов. Вот, то есть таким образом у каждого координатора есть максимально локализованная рабочая площадка и рабочее время. Первый момент. Второй момент. У каждого координатора максимально локализована его задача. Это не человек, который на побегушках у всей больницы, а это человек, который в конкретной больнице реализует только одно конкретное дело. Или в конкретном детском доме для детей с умственной отсталостью тоже одно конкретное дело. В больнице, например, координатор отвечает за организацию досуга, творческих занятий, творческого развития детей в одном больничном отделении, например, отделение микрохирургии. И все. В детском доме, как я уже сказал, координатор отвечает за прогулку конкретных детей с конкретной там тоже подразделения в такое-то время. И опять же, как я сказал, дело прогулка, да? Вот. То есть каждый координатор имеет такую вот свою локализацию. Она может быть абсолютно любой. В нашем примере такого нет, но вполне возможно, что координатор отвечает, например, исключительно за мытье полов в больнице в обговоренное время, тоже вот локализовано по пространству и по времени, в каком-то конкретном отделении и прочее, и прочее. Вот таким образом эти координаторы у нас работают. Теперь идем по всей схеме их обеспечения. Вот видите, у нас здесь есть такой прямоугольничек, написано PR, СМИ, сайты, соцсети. Это параллелепипед. Параллелепипед этот через синюю стрелочку влияет на людей, на такое облачко, да? Люди вообще — это некое вот облако, вот где-то чего-то, где-то кого-то. На это облако мы влияем через наш какой-то, условно говоря, пиар, и таким образом мы привлекаем людей в нашу волонтерскую организацию, рассказываем о том, что мы делаем и так далее, и так далее. Но это другая тема. Люди эти идут вот к этому треугольнику. Этот человек у нас называется куратор волонтерских групп. Это тоже сотрудник. По сути, в данном случае это две рабочие позиции совмещены. Если хотите, давайте это воспринимать как два сотрудника. Один из них – это HR, то есть непосредственно он работает с новичками-волонтерами. А второй – это тот самый куратор работы волонтеров вот в этой линейке учреждений. Это две очень разные на самом деле задачи, которые нуждаются в разных сотрудниках. HR, мы уже об этом говорили, да, его задача принимать людей, готовить их, значит, предлагать им разные вот эти рабочие вакансии, помогать им выбрать эти вакансии и прочее. Это такая серьезная работа, вести базу этих волонтеров, понимать их особенности, какие-то учебные подготовительные мероприятия и прочее. Человек, который курирует учреждение, это как раз человек, который снимает с координатора все проблемы, связанные с учреждением выше уровня того отделения, где работает конкретный координатор. Координатор работает в отделении микрохирургии и взаимодействует, как правило, с кем? С старшей медсестрой, взаимодействует, может быть, с редко-редко-редко, с завотделения, но это высший его уровень. Но когда речь идет о больнице в целом, о главвраче, о его заместителе, например, по воспитательной работе, или там какая там работа есть, я не знаю, да, вот, или речь идет уже непосредственно о заведующих отделений разных, то координатору там, конечно, делать нечего. У него своя работа. И этот человек всю эту работу, связанную с самими учреждениями, даст, скажем так, такой высший уровень взаимодействия, он берет на себя. Работы, честно скажу, тут много. Во-первых, когда волонтерские группы только открываются. Это очень серьезный уровень переговоров, договора, взаимодействия впервые в жизни вот с этими завотделениями, сестрами, осмотр площадок, проговаривание правил, скажем так, курирование нового координатора, потому что все новое, и человек новый, и там новый, и нужно весь этот процесс запустить. В общем, это много работы. Плюс
перезапуск координаторов в действующих группах. Да? Координатор уже не может, увольняется. Мы ищем нового, чаще всего из волонтеров, конечно, тоже учим, готовим. Человек становится координатором, но тут все в некотором смысле по новой. Взаимодействие завотделения, взаимодействие со старшей медсестрой, значит, работа с площадкой, помощь ему там советами и так далее, и так далее. И поскольку этих учреждений 30 у нас, то этот сотрудник наш без работы не сидит вообще. Зачастую он тоже работает в какие-то дни, там, чуть ли не 24/7. Ему, например, из-за какого-нибудь там недоразумения или еще что-то может позвонить какой-нибудь заместитель директора, там, или, может быть, с каким-то тоже недоумением, может быть, даже с каким-то наездом, может быть, с какой-то просьбой, например, может быть, даже с какой-то благодарностью, но, тем не менее, это все действительно происходит постоянно, все эти сотрудники что-то хотят, где-то у них резко меняются планы, карантины, еще что-то такое, это все нужно модерировать, и работы действительно много. Поэтому вот два сотрудника. Один предоставляет координаторам волонтеров, второй обеспечивает их рабочую площадку на местах. Да? Вот, собственно, такая штука происходит. Рядом в ромбиках у нас здесь вот с буквой П это психолог, а дальше я забыл, что это такое. Эта схема, она нарисована мной давно, но она мне нравится. И, ну, в общем, тоже какой-то знатный сотрудник, который помогает. Вот. Но я хотел обратить ваше внимание на сотрудников вот с буковкой С, которые объединяют под собой несколько координаторов, и визуально это похоже на зонтик, который накрывает собой, да, какую-то такую вот группу людей. И эти сотрудники, ну, буква С, да, это супервизоры, и старший над ними, такой супервизор супервизоров, ну, или хотите, руководитель супервизорской группы. Вот. Таким образом, координаторы получают уже не только, ну, давайте скажу так цинично, что ли, ресурсы, да, какие-то, те или иные там связи, люди, там, средства, не знаю, там, деньги, пластилин, но они получают в данном случае через супервизоров, они получают поддержку, они получают возможность развиваться, возможность профессионально более глубоко оценивать ситуацию, в этой ситуации, скажем так, работать и так далее. Супервизор поподробнее чуть позже скажу. Вот все наши вот эти сотрудники, и HR наш, и координатор волонтерских групп, куратор, и супервизоры, и психолог, все эти сотрудники у нас называются управляющая команда. Это некий такой, условно говоря, совет всей организации, решение которого, вернее так, все важные решения в жизни организации принимаются этим советом с точки зрения именно развития самой волонтерской деятельности. Вот таким образом все это сделано. Итак, идем дальше. Мне важно показать вам и вот эту схему. Она подчеркивает... На самом деле принципиально важный момент, что если мы говорим про координаторов с большой зарплатой, то, безусловно, эти координаторы, вот вернусь вот к этой схеме, эта схема старая, она достаточно пирамидальна. Но на ней вы не видите человека, который бы назывался, ну, как его назвать? Там, директор координаторов, да, вы не видите здесь человека, который руководит координаторами через пирамиду управления. Вы видите здесь людей, которые называют супервизоры, и понятно, что супервизор — это не управленческая должность. И вот эта схема это подчеркивает, что координаторы с малой зарплатой – это люди, которые не могут быть по своей природе на самом деле встроены в пространство вертикальных управленческих пирамид. Да, они просто уйдут, и все. Это люди, которым нужна некая мобильность вот в их степенях свободы. Это люди, которым прямая вертикаль власти не даст возможность быть теми, кто они есть, и реализовать вот эту свою добрую мечту по отношению к подопечным и прочим. Поэтому схема, которую вы видите, она горизонтальная. Это не пирамида управления. И так в некотором смысле мы устроены. Вот вы видите здесь координаторов, вы видите здесь кружочки, это волонтеры, и вы видите рядом, с одной стороны, я сказал, да, это управляющая команда, это те, кто управляют, во многом обеспечивают жизнь всего движения, но по отношению к координаторам это сервисная функция.
Координатор, пока он координатор и пока он включен в свою деятельность, он зависит от этих людей с точки зрения именно поддержки своего развития, вот обеспечения ресурсами. Да, он действительно от них зависит, но они рядом стоящие. Они те, кто не могут поставить ему эту задачу жестко, да, а координатор как бы приходит уже под некую существующую задачу. Мы организуем прогулки детей. Вот это существующая задача. Или, например, в какой-нибудь другой организации, да, там мы организуем периодически помощь пожилым людям, вот, так или иначе, приуроченную к праздникам, обеспечиваем их, ну, не знаю, там, продуктовыми наборами, помогаем в уборке квартиры и так далее. Это тоже уже существующая задача в организации. И человек уже как бы под нее пришел. И в этом смысле ему уже дальше, вот из всех, кого вы здесь видите, да, никакую другую не ставит. Их задача обеспечить, чтобы он мог у себя на месте все это сделать. И при малой зарплате никакого другого выхода лично я не вижу. Если координатор получает большие деньги, то тогда, конечно, здесь вполне уместна прямая пирамида управления, и весь вот этот колхоз, он, конечно, здесь не нужен. Вот. Возможно, как мы и говорили, вот там три мощных координатора за большие деньги, они управляют сами по себе достаточно мощно свои какие-то процессы. Итак, принципы организации работы координатора. Главное для нас по отношению к координаторам – это стабильная и ответственная работа волонтерской группы в учреждении ради помощи подопечным. Вот это вот, я уже тоже об этом говорил, стабильность, долгосрочность, такая пролонгированность, вот это для нас важно, потому что наши подопечные, они реально ждут, они ждут эту помощь, или ждут встреч с своими друзьями-волонтерами, или ждут какой-то конкретной помощи, да, вот у нас когда-то была группа благотворительных ремонтов, сейчас ее нет, или вот они ждут ремонт, или бездомные люди. Каждую субботу около Павелецкого вокзала, их уже сильно больше сотни собираются, они ждут, что им предложат горячую еду, им предложат одежду, им предложат общение, среди них много тех, кто хочет общаться, им предложат какие-то, может быть, консультации, помощь и так далее. Люди приходят и ждут. Поэтому стабильность работы волонтеров для нас – это приоритет. И поэтому мы, скажем так, координатору вменяем прежде всего, вот эту стабильность и пролонгированность. Волонтеры должны работать. И, собственно, твоя зона ответственности, дорогой координатор, в том, чтобы это происходило постоянно, долго и так далее. Второе. У волонтера только один начальник-координатор. Это незыблемый принцип, даже, на самом деле, если координатор получает большие деньги, потому что волонтер никому ничем не обязан. Это вот та самая свободная воля, в таком чистом виде, и волонтеры при двуначале просто сливаются. Поэтому в данном случае действует принцип, вот который здесь тоже зафиксирован, вассал моего вассала, не мой вассал. Нет и не может быть здесь никакой вертикали управления. То есть если руководителю волонтерской организации нужно, чтобы волонтеры помогли на каком-то благотворительном празднике, то он не может сказать координатору «пришли мне волонтеров». Вот, ну, это просто безумие. Максимум, что он может сказать, давай там вместе, ну, или там, если координатор сотрудник, то я вот прошу тебя, поручаю, подготовь, пожалуйста, какой-то вот такой анонс, приглашение, просьбу, и разошли нашим волонтерам, может быть, кто-то из них откликнется и придет нам на помощь для благотворительной акции. Вот, но начальник через голову координатора не может управлять волонтерами, их куда-то перенаправлять и так далее, и так далее. Это такой тоже один из базовых принципов. Во-первых, это защищает координатора, его авторитет, его лидерство, его именно такие рабочие, эффективные отношения с командой. И во-вторых, это не выжигает волонтеров. Значит, волонтеры и координаторы для НКО, безусловно, должны быть так же важны, как и подопечные. Есть организации, где исключительный акцент на подопечных. Ну, условно говоря, да, там, не знаю, вот, ну, они же умирающие, а вы нет. Так не пойдет. Все мы люди, и у каждого из нас, ну, скажем так, своя жизнь, своя история. И поэтому от того, что волонтер сегодня не умирающий, это не значит, что он хуже кого-то другого. Он такой же человек со своими родными, близкими, нуждами, скорбями, проблемами и так далее.
радостями какими-то. И в этом смысле, безусловно, это все равновеликие величины для организации труда. И когда координатор это чувствует, что он также для организации важен, даже если он сотрудник с учетом, безусловно, всех его рабочих обязанностей и прочего, но тем не менее, да, то такой координатор более устойчив. Ответственность делегируется координатору вниз или с ресурсами, или со свободой. Вот это принципиально важная вещь. То же самое и с волонтерами. Если вы хотите, чтобы координатор исключительно делал то, что вы поручаете, платите ему достаточные деньги, обеспечьте его достаточно расходными там, ресурсами, и тогда вы можете от него что-то требовать с учетом всего-всего вышесказанного, что я сказал. Если же у вас таких ресурсов нет, и у вас есть, вот как у нас, координаторы, которые получают относительно небольшие деньги, то мы ограничиваемся вот постановкой в общей формулировке вот этой задачи, что мы бы хотели, чтобы ты, дорогой координатор, отвечал за постоянные регулярные прогулки с детьми. И дальше наступает твоя степень свободы. Мы не будем говорить тебе, в каком порядке гулять, мы не будем тебе говорить, какие дни выбрать, мы не будем тебе говорить, как ты будешь с волонтерами это распределять, мы не будем тебе говорить какие-то придумки творческие, которые ты сделаешь, а волонтеры даже вот с такими детьми на колясках могут придумывать какие-то совершенно потрясающие вещи, да, для этих детей, для их развития и прочего. Мы не будем тебе ничего этого, координатор, говорить, потому что для нас важно, чтобы ты проявил здесь свой интерес, свою свободу, свое творчество и так далее, и так далее. Если же денег много, то мы прям можем ему выдать полностью расписание под копирку, как он должен работать. Пожалуйста, возможно и такое. И работа и жизнь каждой волонтерской группы, она независима и определяется самой группой. Вот вы видели, да, вот эту картинку, я к ней возвращаюсь, где много волонтерских групп. Группы, они не одинаковые, они очень-очень разные. И работа каждой группы определяется именно собой. Мы даем возможность координатору вместе с своими волонтерами реализовывать такой вот свой, что ли, самобытный проект. Да, какой-то координатор яркий, веселый, звонкий, ему нужны там песни, пляски, общение, тусовки. Какой-то координатор наоборот, угрюмый, тихий и так далее. И вокруг них собираются свои люди, но... Возвращаемся к пункту здесь номер один. Если стабильная ответственная работа группы реализуется, мы радуемся и говорим, что каждый координатор может со своей группой придумать сам, как он это будет делать, собственно. Тогда и волонтеры тоже самореализуются. Вот. А теперь про супервизоров вам скажу. И уже будем, значит, двигаться к концу. Супервизоры для нас – это на самом деле позиция в нашем движении относительно молодая. Мы пришли к этой позиции, когда количество групп наших волонтерских перевалило за 20. Но на самом деле, наверное, можно было бы прийти и раньше. Мы вдруг действительно поняли, что координаторы, ну, понимаете, вот если представляете такую как бы шеренку на плацу, да, стоит много-много-много солдат, а перед ними вот один какой-нибудь там майор, вот. И, естественно, взаимодействовать одному человеку с большой ротой – это трудно, вот. И поэтому действительно вот и в армии тоже, да, ну, условно говоря, с римских времен есть десятники, сотники и прочее. То есть первый мотив наш был такой чисто административный. Координаторов много, и нам действительно важно, чтобы эта система не выглядела такой какой-то цепочкой, стоящей где-то вдалеке, чтобы мы действительно имели живую и близкую связь с координаторами. Второй мотив в том, что координаторы, они часто меняются, ну, часто по отношению ко всем 30, вот что я имею в виду. То есть появляются новые, и в течение года, да, из этих 30 несколько координаторов, как правило, прекращают свое координаторство, и нам надо искать вот эти вот замены. И, соответственно, нам нужно было как бы такая часть организационная, которая бы помогала вот это вот все взращивать, развивать и так далее, и так далее, и так далее. И мы остановились вот на понятии супервизор. Он не начальник, он не менеджер, это именно тот, кто поддерживает, развивает и прочее, и прочее. И вот, собственно, здесь у одного из супервизоров нашего я слямзил, вот очень емко сказано, миссия супервизоров. Вот, скажем так, взращивать, да, эту позицию координатора, наставлять, быть в курсе, советовать, предостерегать, узнавать о проблемах и так далее.
понимаете, среди некоммерческих организаций, и это очень чувствуется, очень часто руководители волонтеров оказываются сами по себе, брошенные на самих по себе. Чувствуется это так, что стоит координаторам предложить разговор именно на их профессиональную тему и сказать: слушай, а вот как у вас там, вот как с волонтерами, как чего, какие трудности, и людей невозможно остановить. Люди могут говорить часами. И вот действительно чувствуется, что в организации, некоммерческом, в благотворительном фонде координатор волонтеров – это кто-то такой как бы на отшибе. Вот ему говорят, вот там, пусть они что-нибудь привезут, пусть они что-нибудь отвезут. А то, что этот человек, вспоминаем самый мой первый тезис, он включен в очень сильную эмоционально напряженную сферу взаимодействия с волонтерами, с благополучателями и так далее, это мало кто помнит. Координаторы очень нуждаются в том, чтобы у них было свое сообщество. Координаторы очень нуждаются в том, чтобы кому-то они могли даже просто рассказать, что было. Они очень нуждаются в советчике, который имеет опыт и может действительно что-то из похожего опыта им предложить. Они нуждаются в том, чтобы вместе, да, вот под управлением кого-то опытного что-то, может быть, такое придумать или ответить на трудный вопрос, да или просто кому-нибудь там, не знаю, кости перемыть и так далее. Во всем это они очень нуждаются. И вот супервизор — это вот и есть вот этот вот человек. Но для нас, конечно же, это и человек, который, конечно же, осуществляет определенный мониторинг того, что происходит. Мониторинг не с точки зрения такой вот формальной какой-нибудь там, ну, условно говоря, грантовой ответственности, там, сколько встреч было и так далее, а мониторинг состояния процесса. Если супервизор — это опытный человек, то он может оценивать, как этот процесс с волонтерами, с подопечными, там, какие тонкости, какие проблемы. Он может это действительно мониторить, и исходя из своего опыта или опыта коллег, или опыта уже специалистов, которых он может привлечь, пытаться эту ситуацию как-то наладить. Да? И, конечно же, у супервизора одна из обязанностей, да, одно из его дел – это поддерживать вот эти смыслы деятельности, потому что зачастую координаторы могут каким-то образом остывать к чему-то. В них нельзя вкачать новую энергию, это невозможно. Но можно с ними по-другому, с другого ракурса взглянуть на происходящее. Можно с ними разобрать какие-то ситуации, предложить что-то там, может быть, новое и прочее, и таким образом актуализировать те смыслы, которые у них есть. Да? Вот, также супервизор, конечно, это и хвалить, и любить, и мотивировать, и вдохновлять, давать какой-то новый ресурс, внутренний имеется в виду ресурс, да, предлагать идеи какие-то. Вот это все то, что координаторов поддерживает, что дает им возможность управлять вот этими очень сложными, на самом деле, процессами. И здесь я скажу, что, наверное, в системе, где координаторы вот высокооплачиваемые, наверное, можно сказать, что им, может быть, такой не нужен супервизор. Но в нашей системе, как вот вы видите, получается, что 30 координаторов, 30 волонтерских проектов, которые работают постоянно, да, вот в таком еженедельном режиме, они нуждаются в том, чтобы на каждые 5-6 где-то координаторов был один супервизор, вот, и один из этих супервизоров — это такой играющий тренер, то есть он и супервизор, и руководитель всей супервизорской группы. И при этом были и другие специалисты, как HR, там, специалист по учреждениям и прочим. И таким образом мы получаем вот эту достаточно устойчивую рабочую конструкцию, а в результате на самом деле только одно, только то, ради чего мы есть, ради чего мы создавались и что мы хотим. Что вот эти прогулки с детьми совершаются, досуг детей организован, помощь бездомным по субботам каждый раз происходит там и так далее, и так далее, и так далее. Да? Вот. Какие у супервизора задачи? Да? Ну вот, прежде всего, это контроль, соответствие работы координатора вот этим неким стандартам конкретно НКО. Дело в том, что координаторы, как я сказал, меняются, и носителем как бы вот этого некого стандарта, не в юридическом смысле, а именно в таком профессиональном смысле, носителем вот этого стандарта являются, конечно, супервизоры. На их глазах и какие-то координаторы могут смениться, на их глазах какие-то координаторы могут вырасти, но вот они помогают тем каким-то базовым принципам, базовым моделям и так далее, они помогают им воплощаться вот в конкретных волонтерских группах таким образом, чтобы это было прежде всего эффективно, безопасно, полезно, да, для наших подопечных.
И таким образом эта штука тоже раскладывается на те направления ответственности, о которых я говорил, да, по отношению к учреждению, к подопечным, к самим волонтерам и к самому НКО. Супервизоры формируют, реализуют, помогают координатору, да, реализовать вот эту работу по работу с самой волонтерской группой как вот цельного единого проекта. Да? Это не какая-то амеба, а это именно вот все-таки, как бы это со стороны не выглядело, это нечто ради результата. И с этим нужно работать. С людьми, с группой как целым. Это сложная история на самом деле. И вот супервизоры помогают это делать. Конечно, в их компетенции определенное обучение, наставничество, повышение компетенции, сопровождение, поддержка координатора. Да? Большинство наших супервизоров имеют профильное образование, психологическое, но это не обязательно, мы не настаиваем на этом, но если это есть, то мы радуемся, что это хорошо. С другой стороны, и супервизоры друг у друга учатся, поэтому, собственно, цель, в общем-то, достигается, да. И одна из вот задач супервизоров, то есть вместе вот с тем сотрудником, о котором я говорил, сотрудником, работающим с учреждением, в паре, как раз, скажем так, запускать новых координаторов. Новый координатор нуждается не только в том, чтобы правильно освоиться в учреждении, запустить там свою программу и прочее, но он очень сильно нуждается, чтобы вот войти и в коллектив других координаторов и получить какие-то вот эти начальные знания, может быть, потом советы, включиться в этот процесс супервизорский. И вот эта вот пара, супервизор и вот куратор волонтерских групп, они запускают как бы каждую новую волонтерскую группу, ну, в основном как бы вдвоем, скажем так, они есть некая материализация НКО как таковое по отношению к самим нашим координаторам. Ну, собственно, у меня вроде как все.